Казахстан оказался в тройном проигрыше из-за ценовой разницы на топливо с Россией. Об этом сегодня в Астане на коллегии Министерства нефти и газа заявил глава ведомства Сауат Мынбаев. Таким образом, он настаивает на выравнивании цен на бензин с российскими, которые, кстати, выше в разы. Главный довод министра Мынбаева – отсутствие границ с северным соседом. Напомню, в прошлом году в правительстве несколько раз устанавливали предельные розничные цены на бензин. По мнению главы Минефти и газа, это помогло сгладить зависимость от резких скачков цен на нефть в мире. Однако продолжение подобного регулирования правительством может привести к дефициту на внутреннем рынке, заявил Сауат Мынбаев. Получается, мы завозим нефтепродукты, которые компенсируем нефтью, и частично эти, в частности, дистопливо еще и вывозятся. У нас получается там тройной проигрыш, и в этом смысле мы с АРЕМом собирались. АРЕМ вроде понимает, нам, мне кажется, надо какую-то адекватную и реалистичную политику в плане ценообразования на нефтепродукты, раз уж нет границ. В Миннефти сегодня обратились к премьер-министру еще с одной просьбой. По словам Мынбаева, пока непонятно, на кого будет возложено финансирование главного для северного региона проекта – газопровода «Тобол», как считал Астана. Его строительство премьер-министр поручил начать уже этой весной. Много обсуждений, дискуссий идет по этому поводу. Вот. Многие заявляют о целесообразности, многие ставят вопрос, что, наверное, не будет осуществлен этот проект. Должен вам сказать, что глава государства в своем послании и буквально недавно на совещании четко дал поручение начать уже в этом году реализацию этого проекта.